мешает выйти на первое место? Во-первых, хвосты у нас короткие, опять же, лапы у нас белые. А кто в этом виноват? Со всей прямотой нужно сказать, виноват наш директор Мешков. Кто требует мировой стандарт от нашего зверозапоза? Серебристости, темнолапости, темнобрюхости? А разве наш директор об этом думает? Ему бы только шкурки по счету сдать. А где отбор производителей? Где витаминные корма? Вы мне, пожалуйста, не мешайте. С таким директором работать, как наш Мешков, так у тебя седины будет больше, чем у лисицы. Репетируешь, представление устраиваешь. Репетирую, а представление будет тогда, когда комиссия приедет. А работа стоит? Я вам сказала, я у вас больше не работаю, я в район жаловаться еду. Пока я не отпустил, никуда ты не поедешь. О, стану я дожидаться. Слушай-ка, Лука Фомич, расчета ей не давать. Есть, не давать расчета. Не удержите, все равно поеду. Никуда ты не поедешь. Сейчас же немедленно поеду. Завхоз, Лука Фомич, есть. Лошадей ей не давать. Пусть, если хочет, на станцию ножками топает. Ножками. И потопаю ножками. Далеко не потопаешь. Я тебя назад с милицией верну. Милиция? А? Да что, я украла, что ли? Не боюсь я милиции. Я... Ну, погоди! Очень уж ты его доняла. Смотри, как бы он на тебя не наклепал чего. А чего на меня клепать-то? Кто его слушать будет? Ты лучше вот что скажи. Я к станции тихая, засветло выйду. Ну уж, если у тебя такая решимость, так ты возьми от сырого бора наискосок. Аккурат 5 километров и срежешь. Ну, спасибо. До свидания, товарищ. Не девка пора, а? Только вещи заверну я, только выйду за порог, сразу волосы развеет приамурский ветерок. Не советую тебе я повстречаться на пути. У меня такой характер. Ты со мною не шути. У меня такой характер, ты со мною не суди. Товарищи, он здесь. Ты, Вась, беги на заставу, а ты, Петров, встань у входа. Иди! Не двигаться! Не оборачивайся. Стрелять буду. Руки вверх!
Есть, товарищ лейтенант. Возьмем. Поехали. Держи, держи его крепче, товарищ. Не бойся, не уйдет. Поднимайся, поднимайся. Хорош, налим. Откуда? Будьте здоровы. Осторожно, это мои усы. Из каких отрастил? Он у меня ружье чуть не отнял, хотел удрать. А ну-ка дай сюда. Да ну не стреляй. Ой. Не стреляет, говоришь. У нас все стреляет. Приходи к нам на заставу, мы тебе его там в лучшем виде отполируем. Да я спешу очень. Сегодня же явись к начальнику. Хорошо. Только вы скажите, я после приду. У меня дело очень срочное. До свидания. До свидания. До свидания. Товарищ Петров, вперед! Иванова еще не приходила? А вам зачем? Начальник приказал сию же минуту доставить. Да она, может, и не придет. С ней это станет. Придет. Она у вас молодцом действует. А что такое? На весь Дальний Восток отличилась. Ну-ну. Сию же минуту доставьте ее на машине. Доставить? Так я ее с дороги верну. Эй, Завко! А ну-ка, милый, приготовь мне машинку. Мне, пожалуйста, парочку яиц с мясом. Где тоже? Товарищ, дайте карточку. Я не могу больше ждать, я уйду уже. Вам подаем, товарищ. Давайте сюда. Давайте сюда. Помогай. Пожалуйста.
Смотрите, этот насос седьмую бутылку пьет, а я целый час не могу допроситься и в смятку. В дороге надо считать на километр. Час это что, какие-нибудь 60 километров? А я вот со станции Синюхина жду бутерброд с ветчиной. Это 274 километра. Это безобразие. Товарищ директор! Товарищ директор! Дайте, пожалуйста, жалобную книгу. Вот вам жалобная книга, пожалуйста. Третья за один рейс. Только вы все, все пишите. Хорошо. 7 бед, 1 обед. Из Москвы я подавальщик целый штат везу, а обратно ни одна не едет. Что вы говорите? Остаются. Девушкам только до Дальнего Востока добраться, а там они как птички из клетки, и нет никого. Как? И у вас тоже? Ну да. Прошу вас, садитесь, пожалуйста. У меня... У меня в Москве в меховом деле продавщица. Ну, чем для девушек не работа? Так нет. Только обучишь кадры, уехали на Дальний Восток. Ну, начинай сначала. А у меня на патефонной фабрике 1200 патефонов играет в день. Но только бы девушкам и слушать. Так нет. Удирают на Дальний Восток. Рук не хватает. Вы знаете, совершенно измучился. Ерунда! У меня на лесозаготовках 300 человек не хватает. И то я не плачу. И правильно делаете. 7 бед, 1 обед. Остановку поезда уплатите штраф. Да, но у меня нет с собой денег. Пожалуйста. Помните, за вами 25. Вы очень любезны. Садился, а? Да вот тут одна гражданка едет. Это не то. А больше никто? Только один билет и был. А без билета? У меня без билета блоха не проскочит. О, это проскочит. Будьте покойны. Придется ее здесь подождать. А что такое? Да надо доставить к начальнику заставы. Ага. Девушкам скажи, встретим как родных сестер с музыкой. Ладно. Пусть только подробно телеграфируют, всех устроим. Пластинки по телефону не забудь, сама отбери. Когда приедешь, смотри, не пиши. Ну вот твой вагон. Ну, гражданин, пиши с дороги обязательно. Если что срочно, обязательно телеграфируй. Гостиница, ты ко мне, Иванова. Давай, Иванова, обязательно.
начальник! Проскочила! Что? Она! Да ну! Останови поле! Задержи! Ты с ума сошел! Депешу! Дай депешу! Предъявите билет. Пожалуйста. Я, кажется, потеряла билет. Ага. Билет потеряли. Вы сели здесь, на Тихой? Да. Ваша фамилия Иванова? Да-да. Все ясно. На следующей остановке вы сойдете. Как сойду? У меня совещание, меня ждут в Москве. Кого-нибудь и ждут в Москве, а вас ждут дома. Пройдемте в служебный купе. Да, ну у меня был билет. Очень, может быть, что и был. А теперь нет. Раз нет, так у меня из билет блока не проходит. Пожалуйста, сюда. Товарищ глав, в нашем купе подозрительно падают вещи. Ну? Но они сами падать не могут. Ну? Товарищ глав, там ноги. Ну? Товарищ пассажир, у вас игра воображения. Спокойной ночи. Не довольте беспокоить. Обратный поезд через 2 часа. Безобразие! Пиво кончилось, ресторан закрыт. Ерунда. Ой! Что такое? Что случилось? Когда я садилась, я... Вы потеряли билет? Да. Ваш билет у меня. Не может быть. Вы Катерина Иванова? Откуда вы меня знаете? Вас вся Амурская флотилия знает. Меня? Вас. Что вы? Катерину Иванову знают все командиры краснофлотцев. Да бросьте вы. Да? Простите, вы сели на станции Тихая?
Да-да, предъявите билет. Пожалуйста. Пока. Спокойной ночи. Спасибо, товарищ Березкин. Откуда вы меня знаете? А я ваш портрет недавно в газете видела. Ведь вы отличник боевой подготовки. Верно. Ну, значит, мы с вами давно знакомы. Да, кстати, получите вашу записную книжку. Вы ее вместе с билетом выронили. Спасибо. Но только я... Вы, наверное, устали? Да. Ну, будем на ночь устраиваться. Теперь вы отдохнете как следует. До утра никаких станций больше не будет. Как до утра? Ну, конечно. Я здесь в дороге все расписание изучил. Товарищ Владимир, скажите, скоро будет раздольная станция? А вот она. Только мы на ней не остановимся. Как? Мы экспресс. А когда же будет следующее? Если по нашему дальневосточному, то утром. А если по вашему, по московскому, то ближе к вечеру. Товарищ Иванов, вы же пропали. Идемте, ваше место готово. Вот ваше место. Спасибо. Ой, раздольные проехали, а мне же там выходить нужно было. А у вас что там, родственники? Да нет, у нас там районный центр. Мне про нашего директора рассказать нужно было. А в Москве про него разве нельзя рассказать? Верно. Если про такого директора в Москве рассказать, это дело. Отвернитесь, пожалуйста. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Идите, я сейчас приду. А здесь свободно? Да. Почему вы такая грустная? В дороге нельзя грустить. Вы в Москву? Да, приходится. А вы что же этим недовольны? Нет, просто я не знаю, как мне там быть. Почему не знаете? Поступайте прямо на работу. Ну, например, к нам, в Мехторг. Я вас устрою. Прекрасная, солидная должность. Общежитием обеспечу. Зачем же это к вам? У меня тоже есть вакансия. Я вас могу зачислить... сегодняшнего дня. Послушайте, зачем вы сманиваете у меня работника? Зачем же сманивать? Работник сам пойдет ко мне. Зачем же этому работнику жить в нафталине? Работник предпочтет дело музыкальное, чистое, бодрое. Да, но у работника есть нервы. От ваших патефонов даже у моих мехов волосы дымом встают. Работнику интереснее трудиться не на торговой сети, а на культфронте. Спросим у работника. Спросим у работника. Товарищи, я сейчас ничего не могу сказать. Подождите. Вот я 15 лет сижу на мехах. Я вас научу разбираться в этом деле. Я и так разбираюсь. Каким образом? Я в зверосовхозе работала. До свидания. Слыхали? Мой работник. Слыхали. Только мы это еще посмотрим, чей работник. Послушайте, вам сейчас в Москве работу предлагают? Да. Не советую. Почему? Лучше всего работать у меня.
Первого числа в Москве, 10-го дома, 20-го в Москве, 30-го дома. Вот бы хорошо, а? Туда и обратно. Нет, обратно и туда. Нет, я лучше сойду. Подумайте. Нет. Товарищ главный, вам телеграмма. Иванова? Ага. Вы едете без билета. Вы заяц. Я штрафую вас. Товарищ, товарищ. Товарищ директор, я согласна вас работать туда и обратно. Обратно и туда. Нет, только на рейс. На рейс, так на рейс. 7 бед, 1 обед. Пойдемте. Гражданин! Отнесите вот этим двум пассажирам. Ваш билет! Какой обед? Обеды все уже кончились. Билет, я говорю. Какой билет? Это же наш официант. Ну. Пожалуйста. Видите, чей это работник? Вижу. Граждане, не волнуйтесь. Мой штат увеличился вдвое. Русская национальная еда. Русскую еду? А, да-да, пожалуйста. Стикаса пищенаса. Ищи, краснофлотские. Что? Краснофлотские ищи. Понимаю, очень хорошо. Но лучше что-нибудь другое, пожалуйста. Ну, тогда биточки по-казацки. Казацки? Да. Пожалуйста, не надо. Ну, тогда можно для вас окрошку сделать. Окрошек? Очень хорошо. А что это такое? А это когда на мелкие части рубят. А хорошего пожалуйста, не надо. Я буду после кусать. У меня порохуй аппетит. Очень порохуй. Как угодно. У него плохой аппетит. А у нас хороший. Замечательный. Можно вас спросить? Разрешите ваше обширное меню? Это вы? Как вы сюда попали? Я вам после все объясню. Садитесь, пожалуйста. Выбирайте, товарищ. Хорошо.
себе помощница. До самой Москвы будет. Ну. Мешаю? Помогайте. Все вы умеете. Настоящая жена командира. Да ничья я не жена. Ха. А я... я, Катя Ивановна, только совсем другая. И билеты я не теряла. Я случайно села без билета. А теперь вот на законном основании еду официанткой. Вот это здорово. Я думал... Что? Ничего. Только вы знаете, мне очень неудобно, что я по чужому литеру ехала. Пустяки. Литер отошлют обратно. Зато вы в Москве дело сделаете. Я Москвы совсем не знаю. Я помогу. А? Время у меня будет много. Ведь поездка в Москву моя премия. Первым долгом в бюро жалоб сходим. Я вашем директоре расскажу. Постойте. А как же с записной книжкой-то? А что? А ведь тут очень важные поручения Иванова записала. А мы их выполним. Что это? Река. Наш Амур шире. Да, наш Амур шире. Командира? Да. Катя Иванова? Вот сюда, сюда. Пошли, пошли. Катя, вы знаете, Катерину Иванову встречает делегация. Что же делать? Айда с другого борта.
Носильщик! Носильщик! Безобразие! Простите, пожалуйста. Разве ты не получал мои телеграммы с дороги? Ждите меня здесь, я за такси пойду. Без рук, без ног? Я и так без рук и без ног. Мне обратно надо. Ну как я без Березкина в бюро жалоб найду? Поверните к вокзалу. Товарищ, Катю Иванову не видали? Мы ее с первой машины отправили. Едем без следа. Уехал без меня. Вам в бюро жалоб? Да. Я вас могу отвезти. А как же он? Тут такой парень нигде не пропадет. Садитесь, садитесь. Как страшно. Я считаю так. Если дело ваше правое, стучи кулаком и требуй. Идите. Идите, идите. Нашего зверосовхоза серебристости, темнолапости, темнобрюхости. Да от такого директора весь зверосовхоз разбежится. Надо убрать его. Вы ошиблись. Я сам пишу жалобу на собственное безобразие, а вам туда. Слышал, чего требует мировой стандарт от вашего зверосовхоза. Это серебристости, темнолапости,
и темнобрюхости. Это очень интересно. Ну, рассказывайте, рассказывайте. Ну, так вот. Ну вот, все, что вы говорили, очень хорошо. Проверим. Вам дадим ответ. А что же мне сейчас домой ехать? Домой. Вы же у нас будете работать в Мехторге. Вы поехали. Товарищ к вам зайдет. Ну, до свидания. Ну поехали. Вот, очень хорошо. Пожалуйста, вы ко мне. Товарищи, новая сотрудница приехала с Дальнего Востока в Москву. Понимаете? С Дальнего Востока в Москву. Покажите-ка ей, как у нас работают. Товарищи, через 25 минут открытие. Приступим к занятиям. Внимание! Раньше купец показывал покупателю товар лицом. Советский продавец советскому покупателю должен показать товар со всех сторон. Вот, например, манто с воротником шалью. С английским воротником. И манто без воротника. Запомните, полным не идет воротник шалью. Высоким с английским воротником. И никому не идет манто без воротника. А зачем же это их делают? Нет, я не то хотел сказать. Всем идет манто без воротника. Ходите, не стойте. Покажите метод движения. Правильно. Сядьте. Мы должны советскому покупателю говорить правду. Совершенно верно. Советский продавец должен говорить всегда правду. Чем мех лучше, тем он дороже. И чем он дороже, тем лучше для промфинплана и для нас. Товарищ Бобрик, вас на склад требует. Плантины и горжетки привезли. Сейчас, сейчас. Займитесь здесь без меня. Что-то с Дальнего Востока приехал, да? О чем там плохо? Как плохо? Замечательно. А работа там интересная? Настоящая. А местность? Богатая. Вот все эти меха у нас растут. А люди? И люди растут. Вот я была чернорабочницей, а теперь звероводом стала. Я не про то. Люди какие у вас? А, всякие, конечно. Но больше хорошие. Вот я сюда с одним краснофлотцем ехала. Ну, девушки, по местам. Пойдем, наденешь форму. Покажите-ка эту белку. Товарищ, это не белка, это песец. Все равно. Замечательно. Заверните. Платите 700. Сколько? 700 рублей. Товарищ, чем мех дороже, тем он лучше. Совершенно правильно. Все равно. Заверните. Платите в кассу. Да. Товарищ Бобрик, помогите мне разыскать Березкина. А вы обратитесь в управление милиции. Там на дне моря иголку сыщет. Спасибо.
Да-да, хорошо. Так вот, я... Слушаю! 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 Как фамилия вашей тети? Она мне не тетя. Одну минуточку. Ага. В каком году пропала ваша тетя? В 10-м? Очень хорошо. Простите, я говорю хорошо не то, что пропало, а хорошо то, что будем искать. Да-да, да. И как зовут вашу тетю знакомую? Катерина. Отчество. Петровна. Возраст. Лет 20. Место рождения? Не знаю. Наверное, где-нибудь на Дальнем Востоке. Она села на станции Тихой. Ага. Присядь одну минуточку. Получена телеграмма. Ну? Разыскивает тоже Иванову Катерину Петровну. Не может быть. Да. Оказывается, она представлена к награде за поимку диверсанта. Не она ли? Может быть, она. Наверное, она. Ведь, наверное, или не наверное, искать придется. Разыщем. Разыщем. Да-да. Со станции Тихой пришла телеграмма. Вторично разыскивают Иванову. Катерину Петровну. Да, работницу сверхсовхоза. Вы ко мне? Нет, я не к вам. Петров, передай начальнику, доложи, что я пошел домой. Thank you.
Скажите, вам какой этаж? 7-й. Простите, здесь только 6. Да, я ошиблась, мне нужно 6-й. Пожалуйста. Батюшки мои, вы еще в Москве. У меня ремонт, пойдемте на балкон. Каким образом вы меня нашли? Шла, шла и нашла. Ну и блестяще, садитесь, пожалуйста. Спасибо. Вы у меня в 2 месяца карьеру сделаете. А что такое меха? Сегодня лисица, завтра писец, потом бублик. Никакого движения. Договорились? Да постойте, мне нужно скоро домой ехать. Никуда вы не поедете. Музыка вас заворожит. Ну, соглашайтесь. Ну, да или нет? Да. Ну, наконец, договорились. Так, повторяем, советский продавец советскому покупателю должен показать товар со всех сторон. Не стойте! Покажите мех в движении. Мы должны говорить советскому покупателю правду. Чем мех лучше, тем он дороже. И чем он дороже, тем что? Лучше. Лучше для промфинплана и для нас. Что такое? Послушайте. Эй, Андрей Кузьмич! Послушай, голубчик, устал я. Займись без меня. Хорошо. Мы должны советскому покупателю говорить правду. А чем меха лучше... Чем дороже, чем дороже, тем лучше. Для Румфана и для нас. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как тени чистой красоты. Oh.
Как вы поживаете, how are you? Я из пушки в небо уйду. Тики-тики-ду, тики-тики-ду. Я из пушки в небо уйду. В небо уйду. Встреча родителей со своим сыном Вовой. Чего отпускать, а кого отпускать? Так вот, Васильеву из аппаратной, Манькину укладчицу, потом эту упаковщицу Белкину, Кукушкину из мусконтроля. Куда отпускать? На Дальний Восток? Но не могу же я всех отпускать, ведь у меня замены-то нет. Так, очень хорошо. Очень хорошо. Но я, как секретарь комсомольского комитета, прошу вас понять, что не на курорт решат вопрос, а на Дальний Восток, на границу, на границу. Ах, на границу. Ну, ты так бы и сказал. Чего же ты петушишься-то? Ну, так что ж вы, отпускаете? Отпускаю. Кончено? Кончено, да. Вот, значит, собираюсь я. Ну, песенку потихоньку пою. Вдруг слышу шорох. Поднимаюсь я на чердак. Вижу солома. Соломка к солому лежит и лежит. А я чувствую, что-то здесь не то. Посмотрела я с одной стороны, посмотрела с другой, вижу сапог здоровущий. Ну? Ну, оказался это диверсант. Неужели? Ну, конечно. Диверсант? Диверсант. Ну, беру я его на прицел, веду, 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 довела до речки. А у речки он немного запротивился, хотел меня подстрелить, а сам уйти. А я начала свистеть.
может быть, ты все это в газетах прочла? Может, ты на Дальнем Востоке ты не была совсем. А вот я найду своего земляка, дальневосточника. Он вам расскажет, какие у нас случаи бывают. А это еще пустяки. А какой земля? Краснофлотец Березкин. Вот он герой. Уж нет, здесь нет, с женой и сыном. Этот, он... из газет. Все на девушке врет. Пошли спать. Идите, идите. А ты не расстраивайся. Может, это и не он. Что я слепая, что ли? Что с тобой? Звук. Здравствуйте, товарищ Иванов. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте, товарищ Иванов. А мы вас ждем. Пройдемте в кабинет. Прошу. Товарищ Спивков, у меня на вашу продукцию очень много жалоб. Но не сердитесь. Я вам сейчас покажу нашу последнюю новинку. Ну что скажете? Это неплохо, но имейте в виду, если вы нас будете плохо снабжать, мы свою фабрику на Дальнем откроем. Товарищ Иванова, я прошу вас, как нашу гостью, рассказать что-нибудь о Дальнем Востоке нашим девушкам. А много их у вас? Да, собственно, ни много, ни мало. По мере надобности. Ну что ж, если по мере надобности, рассказать можно. Товарищи, у нас на Дальнем Востоке люди вырастают крепкими бойцами. Наш герой известны всей стране. Даже зеленая молодежь и та не отстает от других. Вот недавно мне рассказывали на нашей заставе, моя тезка, тоже Иванова, молодая девушка, одна задержала диверсанта, огромного рослого детину. Она столкнула его в реку и держала под водой, пока не пришли на помощь. Позвольте, товарищ. Так ведь это же наша Катя! Ну какая Катя? Ну Катя Иванова! Из Мусконтроля! Это она! Пойдем скорее! Там с Дальнего Востока приехали! Кто приехал? Жена Иванова, командира! Знаменитая дальневосточница, пошли! Здравствуйте! Вот вам
наша книжка. Верно, моя. А как она к тебе попала? А я нашла ее, как только мы отъехали от Тихой. Так это ты та самая Иванова? Нет, это вы та самая, а я совсем другая. Ну вот видите, товарищи, нашлась и другая Иванова. Это вы? Ой. Это к счастью. Наконец-то я вас нашел. А зачем? Но ведь мне завтра нужно ехать. Счастливо. Я думал, мы поедем вместе. Вам что, нянька, что ли, нужна? Какая нянька? Вы ведь с женой и сыном едете. С какой же? С каким сыном? Пожалуйста, не притворяйтесь. Здесь все сказано. Да ведь это я вам сейчас все объясню. Нисколько не интересуюсь. Вы Иванова? Да. Где работали? В мехторге. А раньше? В зеросовхозе. Имею распоряжение вас вручить. Вы кому больше верите? Мне или Мешкову? Какому Мешкову? Я у него все равно работать не буду. Где хотите, там и работайте. А здесь написано, вы представлены к награде за поимку диверсанта. Простите, пожалуйста. А я думала, что это от Мешкова. Извините, меня ждет другая Иванова. Стой, куда вы? Я должен ее разыскать. Но вы же ее разыскали. Другую. Другую? Вы его знаете? Он ко мне приходил. А его у нас сфотографировали с чужим ребенком. Значит, ребенок чужой. А мать? Что? Простите, меня ждут. А! О! Старому знакомому очень рад. А вы знаете, я к вам по делу. Чем могу служить? Как вы считаете, можно ли положить на грамзапись мои лекции пятиминутки о культурной торговле? Можно, но не нужно. Да, кстати, это Иванова у вас работает. А какая это? Попутчица. Наша общая знакомая. А, работает, да. Ну вот, она от вас уйдет. К вам? Нет, немножко подальше. На Дальний Восток. Мне вчера рассказывали в наркомате, что по ее заявлению сняли директора. И назначили ее руководить питомником в чернобурых лисиц. Вы знаете, она девушка с головой.
не только с головой, но и с характером. Она у меня 23 девушки на Дальний Восток сманила. Что вы говорите? Вот то, что вы слышите. Позвольте. Позвольте. Вчера у меня еще 16 девушек подали заявление. Это не ее работа. Безусловно. Когда она начнет про Дальний Восток рассказывать, у меня не только сотрудницы, но даже манекены рот раскрывают. Позовите Иванову. Иванова утром взяла расчет. Сегодня она уезжает домой. Что вы скажете? То, что вы слышите. Значит, меня из-за тебя из поезда высадили? Кажется. А кто тебе поручил девушек собрать? Вы. Я. Да, я по вашей записной книжке действовала. Вот за это тебе достанется. Да. Теперь мне уже все равно. А что теперь случилось особенно? Если он может так нянчить ее ребенка, ведь он же ее первый раз в жизни увидел. Он меня тоже первый раз в жизни увидел. Ну-ну, выше голову. Во всем виноват я. Произошла ошибка. Так ли это? Честное слово, так. Разрешите вас сфотографировать. Думаю, что на этот раз ошибки не будет. Но это еще неизвестно. Не забывайте, если вы спите, все на брюхо спите.
еще на вас вычил! Совершайте героические дела! Мы их превратим в чести! Любимый, любимый, мы любим!